Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 14 июня, и наша тема сегодня — служение свидетельства Святого Духа. Когда я был мальчиком, я боялся свидетельствовать, я боялся делиться свидетельством с неверующими, я не знал, что сказать, я не знал, как они будут реагировать. Я этого боялся, я не понимал, что Святой Дух помогает мне. И я, по сути, пытался делать это своими силами. Но когда мы читаем Евангелие от Иоанна 15:26, где Иисус говорит, что одно из служений Святого Духа — свидетельство, Иисус сказал, «Когда Дух приходит», 26 стих, «Он будет свидетельствовать о Мне». Это слово «свидетельствовать» является греческим словом «мартурео». Оно описывает человека, который является настоящим свидетелем в суде. И он дает подлинную информацию из первых рук. Информация не из первых рук недопустима. Поэтому он должен говорить то, что видел. Он должен сказать то, что знает лично. И вот мы видим, что это слово использовалось, чтобы описать служение Святого Духа. Служение свидетельства. Это означает, что если мы позволяем Святому Духу быть нашим партнером и наделять нас силой, то свидетельствовать не будет сложно. Он наделяет нас, как свидетелей, способностью говорить то, что мы знаем, что мы пережили с Иисусом. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня. Большое вам спасибо, друзья, за то, что вы посмотрели это видео на YouTube. Нам очень интересно ваше мнение, поэтому, пожалуйста, пишите комментарии. Также, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Если вы еще не подписались на канал, подпишитесь на «Благая Весть онлайн». И для того, чтобы не пропустить ни одну видео, которую мы выпускаем, и особенно прямые эфиры, нажмите на колокольчик. Также вы можете поделиться с вашими друзьями и рассказать им о «Благой Вести онлайн». Если Господь вам положил на сердце пожертвовать, пожалуйста, пожертвуйте и поддержите нас, чтобы мы могли проповедовать, проповедовать и проповедовать. Я вас благословляю и провозглашаю в вашу жизнь мир и благодать.